Давай, сфоткай. Всем привет! Сейчас мы находимся в Центральном на премьере одного из самых ожидаемых фильмов этого года «Малефисента. Владычица тьмы». Давайте узнаем мнение зрителей об этой магической и волшебной киносказке. Вообще, мне всегда нравилась «Малефисента». Первый сюжет, он как бы стандартный, и мне... Я не знаю, чего себя ждать во второй части вообще. Подходили ли к тебе фоткаться? Да, подходили фотографироваться. Мне очень приятно то, что меня пригласили, потому что, значит, мой труд, который я сделала, понравился. И дети, я сейчас шла по улице, я шла так, короче, я тут рядом живу, мне не было смысла заказывать такси, и я иду, и дети кричат: «Малефисента! Малефисента!» А чего вы ждете от второй части? Ну, того же, что-то такое потрясающее, такого неожиданного. В общем, классный фильм, я так думаю. Вот, скоро пойду с друзьями на «Малефисенту» вместе, на одном ряду. Жить в своих ожиданиях от фильма? Так, мы уже трейлер смотрели, поэтому, в принципе, знаем итог. Самые волшебные ожидания, какие-то очень интересные, ну, любопытное развитие дальнейшего, ну, дальнейшее развитие событий. Болеем за «Малефисенту». Вторая часть мне очень сильно понравилась, потому что, ну, там были искренние моменты, смешные в то же время. Фильм очень мне понравился, Анджелина Джоли хорошо сыграла, сюжет очень интересный, но местами актеры немного так не доиграли. Ну, все в целом хорошо мне понравилось, жду третью часть.